Жан Лан, бессмертный и неуязвимый. В 1792 году поступил на службу в батальон волонтеров. В следующем году начал службу в итальянской армии рядовым, вскоре достиг чина бригадного генерала. Сражался при Лоди, при Арколе был ранен. Через два месяца, в 1797 году, принял участие в битве при Риволе. Бонапарт отметил его подвиги и назначил бригадным генералом. В 1798 году начался египетский поход, в котором Лан проявил себя при осаде цитадели Сен-Жан-Дакар. В итальянской кампании сражался в Монтебелло и при Маренго. Маршалом Франции Лан стал в 1804 году. После назначения принял участие в австрийской кампании «Сражение под Аустерлицем» и прусской кампании «Сражение при Зальфельде», Йене, Култуске, а в 1807 году сражался с русскими при Фридланде. В Испанию Лан попал в 1808 году. Командуя 20-тысячным корпусом, смог победить 45 тысяч солдат испанской армии. В 1809 году взял приступом Сарагосу. В 1809 году участвовал в сражении при Экнюле, потом захватил Регенсбург. Позже занял деревню Эслинг в Аспернэ-Ислингском сражении. Спустя 5 дней Лан подвергся нападению эрцгерцога Карла. Наполеон приказал Лану отступать, но сделать этого маршал не успел, он был тяжело ранен, ему раздробило обе ноги. Через несколько дней маршал Лан умер на руках императора.